Рабочий поселок Монино – место со славной авиационной историей. Здесь проживает немало военнослужащих и ветеранов вооруженных сил, которые, как никто, понимают важность и государственное значение выборов президента. На участке номер 3465 в школе номер 24 имени Красовского гражданскую активность жителей видно невооруженным глазом. Участок оборудован комплексами электронной обработки избирательных бюллетеней, что позволяет гораздо быстрее подсчитывать голоса. Особенность выборов президента страны в том, что принять участие в голосовании можно в любом уголке этой страны. Достаточно взять по месту жительства открепительное удостоверение. Я сделал свой выбор именно на сегодняшний день. Пришел голосовать именно на этот участок, прикрепился. Поэтому был выбор у меня проголосовать дистанционно. Ну, с учетом того, что я работаю на этой территории, мне очень важно находиться среди людей, чтобы своим личным примером показать, что мы делаем, как мы делаем и для чего мы делаем. Наша страна движется вперед. Нам нужен сильный лидер. И от нашего выбора, от участия всех наших жителей зависит то будущее, куда идет страна. В Монинском культурно-досуговом центре Дома офицеров расположено 3 избирательных участка. Они также оборудованы КАИБами. Как известно, для многих выборы – дело семейное. В частности, именно так считает руководитель спортивно-патриотического центра «Крылья» Михаил Самошин. Семья у него многодетная, и даже тех, кто до избирательного возраста пока не дорос, он взял с собой на участок. В этот праздничный день мы пришли отдать свой голос за нашего кандидата на избирательный участок. Сын мой старший Александр, он у меня военнослужащий, он сейчас на СВО, уже проголосовал. Супруга дистанционно с дочерью тоже проголосовали уже. Очень хороший и нужный выбор мы сегодня сделали. Выборы президента Российской Федерации проходят в течение 3 дней. У тех, кто не успел проголосовать в пятницу, есть еще суббота и воскресенье. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.